Всем доброе утро. Завтракаем на рабочем месте. На улице дубак-дубак. Сегодня у меня задание. Купили такие парики до чёток. Гостей встречать. Ай-на-най, а я красавица. Ай-на-най, а это нравится. Ай-на-най. Все, кончился праздник. Вот дали такую ниточку. Сейчас буду это, которые игрушки. Маленькая это. Новую делать. Вставлять, обрезать. В общем, целый процесс. Вот он, понятно, звезду. Звезду. На елку. Сейчас на лестницу и вперед. Ой, как хорошо. Кофе обычный, растворимый. Здесь нету кофемашин. А где я с вами показываюсь? А где елку наряжаю? Или никому это не интересно? Мой хороший. Все. Лира опять укрепляется. Что следовало ожидать? Привлекли иностранных инвесторов. Чтобы они немножко бабла потратили, да. Весь не ликвид скупили. Ладно, буду кушать дальше. Владимир Путин держит тему гиперзвукового оружия на... А так-то жизнь прекрасна, удивительно. А, было бы побольше подписчиков, спросила бы. Короче, муж сестры, КамАЗ, короче, въехал, двери помял, там что-то еще. Не знаю, не видел подробностей. Короче, страховая ему отказывает на выплате. Ну, по страховому случаю, говорит, вот идите с тобой. Виновники, которые там через суд или еще как взыскивайте деньги. А по мне так нет. Наступил страховой случай. Пошел в страховую свою. Написал заявление, она сделала оценку. На основании этой оценки выплатила бы тебе деньги, а потом уже регрессом с виновника ДТП. А там уже не важно, есть у него страховка, нет у него страховки. Также подавайте на них в суд. Вы, у вас больше полномочий, вы как бы круче. Кто с этим сталкивался, расскажите. Я еще эту тему не изучала. Будет время, изучу. На форумах почитаю, посмотрю этот вопрос. Вот такие вот делишки. Ну, ладненько. Всем здоровья, всем пока. Уже все не проснулись еще. Я думаю, Сержик. Все, пока-пока.